Привет! Сегодня сделаем обзор на влажный корм Брит Премиум, кусочки лосося в соусе. Паучи голубеньком. Котик нарисован, кусочки лосося. Корм этот относится к кормам премиум класса. В сайте можем найти всю информацию о составе, о том, как хранить нужно, производители и прочее. Пачечки 85 грамм. И сейчас откроем его. Упаковочка открылась очень легко. Вот здесь видим много соуса, кусочки маленькие. Вот сейчас покажу поближе. Вот соуса, конечно, не пожалели. Ну, кусочки не совсем напоминают кусочки лосося, но на запах пахнет обычным кормом. И сейчас даем на пробу Альфу. Он уже здесь, уже просит.
Альф справился с поставленной задачей, с первой порцией и с добавкой. Молодец. В составе корма мясо и мясные субпродукты 74%, а также рыба и продукты рыбного происхождения, из которых филе лосося 8%, экстракты растительного белка, продукты растительного происхождения, а также минералы и сахар. Производитель этого корма Чехия. Стоимость такой пачечки в районе 20-25 гривен. После того, как пачечку открыли, ее рекомендуется хранить в холодильнике и нужно скормить котику в течение 48 часов. Забыла добавить, что этот корм для стерилизованных кошек, поэтому очень полезно будет давать его стерилизованным котикам. Он будет получать все полезные витамины и минералы. Также не забывайте ставить водичку свеженькую котикам. Я напоминаю, что мы делали обзоры на другие корма, такие как Шизир, Шеба, Вибрис и многие другие. Переходите по ссылкам, ставьте лайки, комментируйте. И до новых выпусков. Пока!